Концерт очень понравился, все было максимально профессионально, все было четко сделано, был отличный звук, очень харизматичная, яркая Милана, меняющиеся образы, в общем, мы все смотрели, поддерживали, радовались за нее, и было очень приятно получать вот эти приятные эмоции, которые она дарит. Я сегодня еду с одного выступления, а потом с другой съемки из телеканал «Солнце». Вот. И потом, и этим же вечером, 10 числа, пишет Вероника и приглашает нас на концерт. Вот, вселенная услышала. Да. Класс, это работает. Да, это было 10 октября, а 10 сентября мы с вами на Твиче выступали. Спасибо, Дима. Спасибо вам большое. Молодец, первый ее выход, первый дебют, молодец, не боялась, все, радовалась. Самый лучший, который берешь. Да, а я там выступала, Она умничка, вообще самая лучшая. Да, она самая лучшая. Мы ее любим. Вообще, самый лучший концерт. Мне очень понравился концерт, я почти голос сорвала, пока пела под песни, особенно под Бани Бани и Bubblegum. Спасибо огромное. Спасибо вам большое, что приняли участие. Очень приятно вообще. Мы всегда рады. Поздравляю. Но я хочу сказать, что задачу мы выполнили на 200%. Хотели на 100, выполнили просто на 200. Не без косяков, конечно же. До концерта мы очень переживали. И мы всем составом взрослой организации, наверное, переживали больше, чем сама Милана, потому что по ощущению, как будто бы, ну, мы делали это впервые так масштабно, и мы за Милану мы не переживали, мы переживали, чтобы все вокруг нее было идеально. На самом деле, так и вышло, я хочу сказать, что это феерично, мне остались просто невероятно теплые впечатления. Мне очень радостно и приятно, что я приложила к этому такую серьезную работу, столько мы сделали, и все получилось, поэтому это круто. Милана молодец. Если ты придешь именно в этот ресторан и скажешь, я с Миланой Филимоновой, то ты получишь бесплатный десерт, он очень вкусный, я его прям обожаю. Она, наверное, не успевает. На самом деле мы так много не успеваем того, что хотелось бы сделать. Мне кажется, это можно адресовать абсолютно любому человеку. Мне кажется, каждый хочет что-то, и далеко не все успевает. Бывает, пропускаешь школу прям, честно признаюсь. Вот пока подготовка взялась, много она пропускала. Да. Я видела, вы целую неделю разрешили школу. Да, было. Но... Да. Правда, это желание совпало еще и с каникулами отчасти, поэтому это было прям вовремя. Потому что если ребенок хочет, он сам делает, он идет, мы одно время ей лайк запрещали, она его сама завела, и сейчас у нее там сумасшедшее количество аудитории. И, кстати,
хотя она живет абсолютно сама до сих пор. Если ребенок не хочет, то у него ничего не получится, поэтому родителям я как раз посоветовала прислушиваться к детям и делать то, что они хотят. На самом деле мне очень понравился этот концерт. Ну то есть я на самом деле смотрел очень много концертов вживую, которые много времени длились. И честно, это был один из лучших, который я в жизни видел. Мне очень понравилось. Во-первых, я здесь еще и выступал сегодня. Сегодня на гитарке поиграл, попел песню «Лето». На самом деле это очень интересное ощущение выступления в Крокусе. И я откровенно удивлен, что Милана смогла выдержать эти примерно часа два. Это, на самом деле, огромный труд и огромная выдержка должна быть. Я, на самом деле, мне очень понравилось. Я реально хочу сказать Милане, что она очень крутая. Дни рождения празднуют практически все селебрити, которых я знаю. Поэтому, если вы хотите отпраздновать свой день рождения и не знаете где, то вам точно сюда. Оля, впечатление о концерте? Сначала я была в шоке, потом я была в восторге и в волнении. Но по итогу все прошло круто. Я была очень близка к процессу, к сцене. Мы переодевали Милану, и у нас были считанные секунды на то, чтобы переодеться. И, конечно, был мандраж, волнение, что мы с тобой не успеем. Но в итоге все получилось. Все, она вовремя выходила, пела. Мы сработали слаженно. Вот так. Ну и, конечно, макияж и прическа можете сами оценить. Как бы вы уж посмотрите, уж сами судите. Но я старалась. Спасибо. Готовишься полгода, а это вот так и пролетело. Вот что это? Этот концерт понравился всем нашим зрителям, а следующий концерт будет лучше, больше, круче, интереснее. Поэтому до новых встреч! Ждите. Пока!